Всем привет из Подмосковья. Сегодня 12 июня. И вот так вот гортензия моя подросла. И настало время рассказать о скрытой подвязке. Это у меня ванила фрайс, и показывать я буду на ней, чтобы она не ломалась от ветра или от сильного дождя. Ее нужно подвязать. Ну, по крайней мере, это делаю всегда я. И сделаем мы сейчас скрытую подвязку. Ну, во-первых, оставим только самые сильные. Я уже проломку делала, показывала, как это было. Выломала я еще немножко после этого. И сейчас покажу внутри куста. Вот видите, еще есть вот такие вот маленькие, тоненькие. Их тоже нужно все убрать, чтобы крупные шапки были. Всю мелочь убираем. Все, что не нравится. Смотрите, кто бегает. Какой страшный. Боже мой. Саранча спряталась. Вот она. Ой! Ну и что нам для этого будет нужно? Ну, во-первых, какая-нибудь опора. У меня это с прошлого года осталась вот такая вот палка. Она крепкая, я ее оставлю. В том году у меня была вот такая вот мощная красавица. Эта палка ее выдержала. Вообще я хотела напилить арматуру. Пластиковую арматуру я купила, но пока не нарезала. Ладно, буду крепить к этой. Следующий нам понадобится простой шпагат. Ну, ножницы. Ну и вот я сейчас покажу вам, что нужно сделать. Отрезаем шпагат и привязываем вот так. К опоре по кругу, каждую ветку по кругу, по часовой стрелке против. Как вам будет удобно, так и привязывайте. Сейчас я подвяжу все и покажу, что получилось. Ну вот, смотрите, что получилось. Вот опора, середка, центр, и каждую веточку по кругу я привязала к опоре. Теперь мне страшен ничего, ни дождик, ни какой-нибудь ураган. Они также себя чувствуют свободно, не в натяг, все хорошо. Чтобы меньше затрачивать веревки шпагата, вот видите, некоторые я сделала просто, я сейчас уберу, вот восьмерочкой, одной веревочкой две. И получается все хорошо. Ну и на всякий случай я, конечно, вот эти две маленькие оставлю пока, но, возможно, их тоже удалю. И не жалейте удалять лишние. Они не нужны. Смотрите, какие я большие удалила. Потому что чем меньше этих побегов, тем крупнее будет цветок. Ну, в общем, если что кому-то непонятно, спрашивайте, я отвечу.